Доброе утро, мой мальчик. Кто у нас сегодня заболел? Поднимите руку. Ты а заболел? Ногу ты поднимите ногу. Поднять? Кто выше? Заболел? Выше, как ты заболела? Ну, выше ногу. Во, две ноги выше поднимай. Во, во, о, так ты болеешь. Ты смотри, а то пуклишь. Скажи, кошелек у меня, да? Кошелек? И сопель. А у меня тоже есть кошелек. Правда, он пустой. И сопельки, да? Да. Поэтому Афанасий сегодня дома. Будем лечиться, да? Да. Молодец. А этот мальчик идет в детский сад. Пошли. Антоша, если... Чего? Вы решили, что вы кого-то родите? Еще пока не знаем. А что, ты кого-то уже хочешь? Да, кого? Девочку. Девочка? Ну, я не знаю, сыночек. Хочу девочку. Посмотрим. Подумаем еще, хорошо? Ну все, пока. Ну давай, люблю тебя. Ты под навесом только жди, хорошо? Угу. Или пойди глянь, где там папа. Доброе утро. Веселуха, только вам почитать и все. Да? Математику я не буду учить, потому что единицы длины говорили повторить, я маме повторю прямо сейчас. Да, а завтракаешь то что? Самый вкусный завтрак у Григория — это яблоки, чай и шоколад. Доедаем, который еще остался после вкуса. Вкусный шоколад. Но он правда очень вкусный. Особенно с яблоками. Яблоки в шоколаде, да? Угу. Что такое горячее? Что ж такое горячее-то? Давай я еще холодненькой воды добавлю. Добавить? У нас сегодня на обед лапша с домашней курочкой. Да, домашняя курочка, вид у нее, конечно, непрезентабельный. А тут маленький блогер. Ну, где Мари? Давай, это как бролик. Ну да, это вроде такая сейчас хорошая. Звездочка. Давай. Синок, кто болеет? Что у тебя болит? Кашель? Кашель болит? Ты блогер? Улыбнись. К тебе доктор приехал, да, сына? Кто доктор? Дедушка твой доктор, да? Правильно. Непривычно. Так, давай, одевайся, жилет не забудь свой, черненький. Что? До Степы? Да. Нет, сейчас мы до Степы не пойдем, Степа, то что сейчас к нам приедет работать. А Гриша я сейчас в школу повезу. Мы, значит, не поедем, но они приедут к нам. А дядя Вера сейчас будет ложить спать Зоечку. Ага, укупать. А ты спать на своей кроватке. Да. Так, кто загладит жилет? Я обойдусь. Обойдешься? А потом ты что, в школу пойдешь? Да. В школу? А, да, прям в трусах. Так, пойдем, давай. Не могу. Давай тебя одобрят. Да, Григорий в школу, все, зай, люблю. У меня, как всегда, здесь Петрушка. Так, ну что, мы с мамулей продолжаем вязать, всех развезли. Афоня уже заснул, сам представляешь? Сижу, не говорит, я хочу спать, сижу, нет, ноги ложись. Ну, уже пора, война войной, а все по расписанию. Да. Привет, мой маленький, ты проснулся? Нет, ты неправильно, надо переобуть. Это чьи кроссовочки? Антошкины, да? Да. Он их с садика принес, захотел другие мама, садики. Мама, так правильно. Так правильно, да. Так ты ручками себе помогай. Ку-ку, сына, вот так мы собираемся, вот так мама красится. Да. Потому что этот мальчик на меня залазит. Еще и балуется к тому же, да? Ой, эти целовашки бесконечные. Нет! Да! А-а! А кто целуется? Ты. Ты с кем я целуюсь? А мне! С тобой? Да. А что это такое, любовь?
Фуфа. Ой, моя радость. Как же я тебя люблю, сынок. Растишку сейчас куплю. Сейчас пойду за Гришей и куплю тебе. Антоху отвезла на танцы. Так, сейчас все дам. Смотрите, что я купила. Тут йогурты накупила, да, нам были в магните по скидке. Так, что мы тут еще купили? Батон нарезной. Я уже пробую. Так, нет, тебе нужно пойти сначала переодеться, понял? Сейчас. Сделаю. Так, еще один батон. Гриш, ну не надо это облизывать. И руки надо помыть. Гриш. Так, накупила здесь творог зерненый. Вернее, творожное зерно в сливках. И растишки тут всяких йогуртов, потому что Афоня особо ест. А, ты две растишки взяла? Да, конечно, две растишки. Вот это мой йогурт. Да, Гриш себе выбрал вот такой Данисим. А вот этот был по 25 рублей. Данон творожный. Ты, говорят, открываешь его, так его переворачиваешь и все взял. Да, только сначала переодеться. Кого ты хочешь? Да, ну сейчас будем. Я говорю, купила этот. Покажи, журнал «Люблю готовить». Помнить молодость. Готовь пиццу! Да там что только нету, Гриш, кто бы только готовь готовил. Готовь пиццу! Так ты читай, там же написано, что готовить. Читай и готовь. Иди в аптек доедь за колбасой, за всеми. О, я дома. Провожу у Григория. Что-то желтое на камере вообще, да сейчас что-то у нас. Хорошо. О, настроила, что теперь вы все белые. Они желтые. Мама. Так, ну что, рассказывайте, кто куда едет? Я на карате, а Гриша на волейбол. О, спасибо. А я? А ты пряники свои штампуй. А мне завтра как раз выходное от вязания, я буду делать пряники. Мама! Ты весь день, даже? Да? Ну, вроде завтра башка с Дежкой Жердинскую поедут. Что? Ну, за белым жемчугом же, за черным жемчугом. А дай этот. А где? Что? Вон даже дай вон папе свитер. Папа в Ниву? Да. Конечно. Так, все уже дома. Папа приехал с карате, купил мажитель персиковый. Попробовать? Да. Спасибо. Даже если вы разберетесь, Мама, тема. А? Вкусно, с персиком. Пекала. Тебе нравится с персиком? Это был с апельсином. Нет, а папа вообще любит с кокосом мажитель. Но с кокосом, наверное, не было, да? Нет, нет. Смотри, рассказывай, какие новости на карате. На соревнования потом едем. 15 октября, да? Да. Ну что, у нас час ночи, я делаю пряники. Завтра они поедут к Дню Учителя. В общем, они, честно, толком не снимала, потому что освещение не очень, и камера не очень это все снимает. И все это нужно было делать быстро. Эти листики, я осталась только надпись написать Днем Учителя. И вот такие вот будут кленовые листочки и надпись. Вот такие вот два прядика в одной коробочке с красной или с желтой ленточкой. Я еще не думала. В общем, как все высохнет, обязательно нужно, если писать красным, либо красный и черный, очень сильно, как это, деградируют. Не знаю, как это сказать. Но, в общем, передаются. Поэтому нужно вот эту вот желтую подложку, буду писать здесь красным с Днем Учителя, нужно хорошо ее просушить, чтобы красный не полез на желтый. Что, вот такие вот пряники получились, листики с вот такими надписями. С надписями у меня, конечно, то в гриф, то в кость, но будем тренироваться. Все приходит с опытом. Отлично, завтра, до завтра все высохнет, завтра все упакуют, везу в магазин. Я не помню, я говорила, что это будет продаваться в магазине. Да, у Вовы. Мы попробуем. Если что, съедим, знаете, потому что пряники хранятся полгода. День Учителя в четверг, поэтому, если что, то в пятницу уже их слопаем.